Несмотря на то, что на календаре почти середина декабря, снег в Ульяновске так и не выпал, но морозы пришли, и люди стали чаще болеть. Кому доверяют ульяновцы? Бесплатным докторам или платным поликлиникам? Или вообще несут свои деньги мошенникам за какой-нибудь мед диких пчел? Давайте спросим у прохожих, как они лечатся? У меня и муж инвалид по сердцу, у меня тоже заболевание, я на инвалидности. И как бы 4 года вот мы наблюдаемся, отношения хорошие. И в разных поликлиниках, в разных районах, то что вот... Проблем а как вы нет. Относитесь к народным средствам лечения? Отрицательно. Только отрицательно. Вообще не проверено. Тут медицинские какие-то показания, и то доверяешь, и то не все выбираешь. А народное, ну что народное? Нет. Нет, народными средствами я не лечусь. Посылают, если в свою поликлинику. Дай бог мне вот и операцию сделали бесплатно. И на все анализы меня терапевт посылал бесплатно. Вот. Единственное то, что вот то, что не делают в поликлиниках таких, вот один анализ делали мне в платной поликлинике. Мне бесплатно и платно, там делать нечего. Платным только деньги. Напишут вот чего вам УЗИ это. А УЗИ все платное, да? Это что? Все платное, свои поликлиники. Ну, дайте УЗИ, а у нас нет. Дайте этого, а у нас нет. Вам не положено. Плохо, очень плохо. Ни там, ни тут. На нас, на старых пожилых, никакого внимания не обращают. По старинке надо лечиться, как все всегда лечились. Это как? Не нужно покупать дорогих лекарств, вот и все. Есть более дешевые аналоги. Все. И все, тогда все поможет, будешь здоров. Все будет хорошо, да. Вообще на улице хорошо, ветра нет, главное, солнечно, морозик замечательно, все микробы убиваются. Каким докторам стоит верить? Платным поликлиникам или бесплатным? Никому доктор? Нигде. Никому? Никто нигде не лечит. Если учатся за деньги, что они могут лечить? Я хожу в бесплатную. Одни и те же доктора лечат нас в платной и бесплатной клинике. А кто как? Ходит и к платным, ходит и в поликлинику, и сами лечатся. Это уж кому как. Каким докторам стоит верить? Платным или бесплатным? Или может вообще народными средствами лечиться? Чем посоветовать? Народными. Какими? Как? Ромашка, травы, сушим, летом собираем, сушим, зимой пьем. Кому стоит верить? Стоит идти в платную поликлинику или к бесплатному своему врачу? Хорошему врачу нужно идти, не в платную, а просто к хорошему врачу. Ну, у меня на платных просто денег нет. И я думаю, сами себе беречь надо. Беречь надо себя. Что посоветуете? Это кому как это. Ну, есть надобность, что ли. Вот так вот я бы сказал. По-разному. У кого есть деньги, идут в платную. У кого нет, идут по месту жительства. Ну, в принципе, по месту жительства хорошие врачи есть. Так что я считаю, выбор каждого индивидуален. И то, и другое можно применять, если уже проверено какое-то средство. Я, например, вот когда горло у меня побаливает, я плачу морской водой.